Мурамляне выбирают лучший мастер-класс, которому научились за сюжет. Сегодня последний день для голосования. Уже завтра будет названо имя победителя конкурса Муромского телевидения. По предварительным итогам, 30% от общего числа голосов набрала Екатерина Ефремова. Зрителям она представила мастер-класс по танцу зумба на основе популярных латиноамериканских ритмов. Если у вас есть настроение, позитив, который вы можете выплеснуть наружу, это, в принципе, все, что необходимо для занятий зумбой. Большинство своих голосов зрители также отдали за мастер-классы по фокусам и технике рисования на воде «Эмбро». Следом идут Михаил Морин и Мария Каменская. У вас еще есть время, чтобы изменить результаты голосования, которое продлится до 13 часов завтрашнего дня. Если вы голосуете за Екатерину Белякову, ее мастер-класс по плетению цветов из бисера, отправляйте на номер 5533 смс-сообщение с текстом «Муром ТВ пробел 1». Ирину Моисееву и ее мастер-класс по карвингу «Муром ТВ 2». Михаила Морина и фокусы «Муром ТВ 3». Наталью Онищенко и пошив шапки «Муром ТВ 4». Анастасию Абрамову и торт из бумаги «Муром ТВ 5». Светлану Видонову и игру на барабанах «Муром ТВ 6» на номер 5533. Екатерину Ефремову и мастер-класс по зуме «Муром ТВ 7». Если вас заинтересовал мастер-класс по эмбру Марии Каменской «Муром ТВ 8». Мастер-класс по созданию фигур из шаров и букет из конфет Геворка и Елизавета Бабаян «Муром ТВ 9».